20 ноября турецких зрителей ожидает премьера нового сериала «Основание Осман», который является продолжением знаменитого хита последних 5 сезонов «Возрождение Эртурул». Увы, многих полюбившихся героев, в том числе самого Эртурул-бея, мы больше не увидим. Зато нас ждет встреча с новым кастом, который должен достойно продолжить легендарный проект. Кто же сыграет главные роли в новом сериале? Бурак Өчевит, Осман Газим, основатель Османской империи. Это имя было названо с самого начала работы над проектом. Именно Бураку предстоит нелегкая задача убедить зрителей в том, что смена поколений в сериале прошла успешно, и он играет не хуже, чем его предшественник Энгин Алтан Дюзятан. Напомним, что ранее актер уже воплощал на экране образ бесстрашного воина, сыграв Балибея в сериале «Великолепный век». Сарухан Хюнель, Алишар. Один из ветеранов турецкого экрана, который хорошо известен и любим не только в Турции, но и за ее пределами. В последние годы он почти не появлялся на телевидении, так что его возвращение будет особенно приятно его поклонникам на Ближнем Востоке, где его особенно любят. Исмаил Хакы Урун, Самса. Не только актер, но и успешный продюсер, который стоял у истоков современного турецкого телевидения и работал за рубежом. Предпочитает работать в фильмах, в том числе и в таких успешных, как «Риджеп и Ведик» или «Долгая история». Поэтому для продюсера Мехмеда Баздаа большая удача в том, что он сумел убедить актера присоединиться к касту сериала. Асгет Арер, Бала Хатун. 20-летняя студентка актерского факультета университета Мула стала партнершей Бурака Өчевита. Ранее девушка нигде не снималась, появившись лишь в небольшой телепередаче в качестве ведущей. Абдул Суслер, Колонос. Театральный актер, преподаватель актерского мастерства, известный своей работой за кадром. Он озвучивал многие зарубежные фильмы и сериалы. Рагиб Саваш, Дюндар. Ему предстоит сыграть дядю Османа Гази, с которым он будет соперничать за право стать предводителем вновь созданного государства. Рагиб – известный театральный актер, а также руководитель Центра искусств в Измите. Алмат Ирзич, Изадора, боснийская актриса, которая уже долгое время работает в Турции. Известна зрителям по сериалу «Дело чести». Айшегуль Гюнай Демир, Зихрем. Также известная театральная актриса, знакомая зрителям по таким сериалам, как «Маленькие женщины» и «Ни за что не откажусь». Нуретдин Санмес, Бамсым. Всем поклонникам сериала «Возрожденный Эртурул» будет приятно вновь увидеть на экране любимого героя. Он один из немногих актеров предыдущего проекта, который продолжит работу и в новом сериале. Седа Йылдыз, Шейх Эдебали. Театральный актер, который активно работал на телевидении. Турецким зрителям он знаком по сериалам «Долина волков» и «Мафия не может править миром». Как мы видим, практически все актеры в касте Османа имеют театральный опыт. Продюсер Мехмед Базда предпочитает работать с опытными кадрами, которые смогут убедить зрителей в реальности происходящего. Но также он дает возможность молодым актерам проявить себя. Сможет ли Асгет Орер оправдать доверие продюсера, мы узнаем совсем скоро, ведь до премьеры сериала осталась всего одна неделя. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.